Ивановским охотникам устроят праздник. 14 сентября в деревне Пестово Палехского района состоится специализированное мероприятие для любителей дичи, аналогов которому в области еще не было. В программе праздника загонная охота. Три команды охотников отправятся в лес на 3 часа. Добычу они оттуда не принесут, поскольку оружие на массовом мероприятии запрещено. Главный трофей в этих соревнованиях – фотография зверя. Мероприятие пройдет на территории охотугодия «Славян». Участники праздника попробуют себя в охотничьей кулинарии, стрельбе из рогаток, лука, арбалета, а закончится все байками у костра. Будет достаточно интересно, все секреты не хочется раскрывать. Будут организованы некие соревнования с охотничьей тематикой, некое театральное представление с охотничьей тематикой. В целом ожидается, что это займет целый день. Ожидаемое количество гостей, примерно человек 300-400 человек.